А что же вы хотели? Одесса – это вообще город коренных эмигрантов. И каждый тащит за собой свое. Бежали на свободу в Одессу и уезжают из Одессы на свободу. Насколько Одесса хороша, мы поняли со Славой, приехав в Москву. Да. Миша, ты думаешь по-русски или ты думаешь по-французски? Как? Не, по-русски. Я какое-то время, наверное, по-немецки думал. Тонет волна штормовая, дальние дали маня. Было бы странно, если бы человек просто сказал прямо и направо. Он обязательно спрашивал, зачем? А зачем тебе туда надо? Мы уедем в другую страну. Беглым зайцем вагон товарный. Мы соврем им, что мы в плену. И скрипели, прости. Мы приехали сюда и живем, это чужая страна. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. А вы разволписаны, что я тизн топыль? Я, well, you are a movie star now. Окей, такси. Малестан. Фиделем бен келдеш сини сек, иш озо кого кик я цунок. Je ne comprends pas. Да? Да. А вместе мы здесь одесили у черного моря. Если вы какую-то нацию ограничите внутри себя, ограничите ее контакты с окружающим миром, то результат, скорее всего, будет достаточно плачевным. 82, если я правильно помню эту цифру, национальностей насчитывала Одесская область во времена, когда я работала на экране. Это же такой котел плавильный. Если люди собрались здесь, то они должны притираться и, по крайней мере, терпеть друг друга. Ни пуха, ни пера! Чёрт! Что ты крестишься? Начали с того, что смеялись друг над другом, а потом научились смеяться и над собою, и над всем на свете, даже над тем, что болит, и даже над тем, что любимо. Постепенно вникли в одну важную тайну мира сего, что твоя святыня у соседа чепуха.